Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, сегодня воскресенье. Остался буквально один денек для того, чтобы нам сегодня все сделать. Выйти в топчик, завершить все дела и спокойно ждать понедельника. Так, забираем с тобой награды за Лигу Мастеров 2 звезды. Но мне кажется, меня там сбросили. Как минимум на одну звезду. Так, поднять уровень персонажа, сразиться в боях. Ну, давай в боях, наверное, сыграем, да, с тобой? Сплинтер, ты где? Нам нужно с тобой много чего еще искать. 10 вот этих касок с напитками. Поехали. Мимо. Так, одна есть. Две каски. Так, подожди, может быть, нам лучше здесь искать? Черные очки. Опять черные очки. Эй! Давай. Да ё-моё, ну что это? Так, это третий. Третья каска. И опять очки. Ну-ка, давай здесь попробуем. А тут тыква. Там очки, а тут тыква. Вот. И все, ребята, вот они и разыграли меня, да? Понятно. Короче, мы с тобой уже задание выполнили, так что. Не думал я, что так будет тяжело. Забираем здесь награды. И поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 23 тысячи. Не хватает. Все, я понял. Значит так, в магазине у нас бесплатно пак. Открываем. Ничего не выпадает нам из него хорошего, путевого. Так, ну что, друзья мои, пойдем тогда на арену. Так, ну как ты видишь, Лига Мастеров. Одна звезда. Ранг у меня 61-й. Ну что ж, давай попробуем с тобой подтянуться маленечко, да? Ближе туда, к топовому месту. Ну вот возьмем... Нет, этого не буду. Возьмем, наверное, с тобой Джорджа. Кто-то говорил, Рэй, ты перестал брать Усаги или кого? Или Леонардо? Давай возьмем Леонардо. И помимо этого будем с тобой, ну, пытаться отыграть, наверное, вот этих вот слабых персонажей. Так, кстати, у нас с тобой 139... монет. Надо будет что-то доприобрести. Ну что, давай, Армагоша, не подведи меня, родной. Будь на высоте. Твою ж налево. Ну, здесь Леонардо есть. Это подстраховка конкретная, согласись. Тут, как говорится, не поспоришь. Давай-ка мы с тобой, наверное, пойдем сейчас и потратим те самые жетоны. Точнее, даже не жетоны, а монеты. Так, сегодня бы хотелось взять топчик, но я сомневаюсь, что у нас это получится. Так, зайдем в магазин. Монеты. Слушай, я так и не понял, кого мы будем прокачивать с тобой? Шредера? Ну давай Шредера, наверное, будем тогда. Классику. О, у нас жетонов 690. Слушай-ка, а здесь-то кого? Угу. По идее, было бы неплохо либо Рокстеди, да? Либо Кожеголова. Либо вообще Пита. Слушай, я даже не знаю. Что-то растерялся, если честно, от такого изобилия. Или будем кроликов. Блин, ну кроликов, ты посмотри, 830, это больше всего нужно жетонов, ребята, на него, да? Чтобы... Это финиш. Ладно, пока не буду тратить. Потом, если что, напишите в комментариях, кого будем открывать. Так, ну что, мы с тобой продолжаем бои. Бои на арене. Ранг у меня 47-й. Выбираем с тобой Низара. Так, наверное, возьмем Армагона вместе с Джастином. Армагон и Джастин. Плюс ко всему здесь вот так вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы Армагон сейчас тут наказал большую половину вражеской армии. Армия. Как мы ее сейчас называем? Армия, ребята. Вот, ты знал? Нет, и я тоже не знал. Теперь будем... Тихо! Да ну! Ё-моё! Вот тебе... Ребята, вот как-то давно я говорил, что Джастин фуфил. Ты понимаешь, фуфил, слово такое, фуфил. Вот он и есть фуфил. Он 80 уровня. Он по инициативе нищеброд просто, блин. Я не знаю, как еще его назвать. Фуфлыжник, фуфлагон. И как хочешь его называй. Короче, он дрищ полный. Салага.
Короче, я его больше брать никуда не буду. Все. Из-за этого уже второй раз, ребята, за все. Я тогда еще говорил, не буду его брать. Под страховкой. И здесь он обделаться умудрился. Нет слов у меня на этого Джастина, блин. А еще кто-то там писал в комментариях: «Рэй, прокачай Джастина». Да пошел этот Джастин, знаешь куда? Кози в трещину, вот что я тебе скажу. Джастин вообще не достоин даже ни одной этой, ни одного мутагена, чтобы я на него потратил еще. Положиться, блин, нельзя, блин. Выстрелил, думал, ну сейчас 80 уровень, 71 завалит. Он даже не соизволил сходить. Понимаешь? Да чего он дрищ? Вот так вот, ребята. Ну, тут понятно. Тут просто это, я не знаю, это боги, наверное, этой игры. Армагон и Усаги в данный момент, именно из которых прокачанных персонажей у меня есть. То это просто боги арены. Тут по-другому не назвать их. Вот в этих ребятах можно просто 100-200% положиться, и они тебя не подведут. Понимаешь? А этот Джастин... Не знаю, если бы вот можно было бы, я бы его из игры удалил бы, елки-палки. Вот за его вот такую вот фигню, что он творит. Просто из отряда бы выкинул бы его вообще из нашего. И все, чтобы глаза мои его не видели. Но он меня взбесил, серьезно тебе говорю. Ну ты сам видел, что 80 уровень против 70-х вообще никак, никакие. Даже ухом не повел, даже своим вытекшим глазом, ё-моё, не моргнул. Взбесил меня просто, а. Так, ладно, ребят. Продолжаем, короче, бомбить здесь. Наша цель сегодня — приблизиться к Лиге Мастеров 3 звезды, желательно в топчик. Но, еще раз повторяю, вряд ли, конечно, у нас получится. Но мы будем стараться. 19-я позиция. То есть, получается, мы с тобой сейчас где-то по 9-10 ступенек, да, перепрыгиваем. Так, возьмем, наверное, Владислава здесь. Что там опять с моим голосом? Опять начинает скрипеть, ё-моё, а. Так, давай-ка мы, наверное, вместе с ними. У нас еще с тобой, не забывай, 31 откат. 31 откат, если поделим на 2, то получается в среднем 15 боев мы можем с тобой провести. Угу. А 15 боев — это как минимум одна лига. То есть, скорее всего, мы, да, перейдем сегодня с тобой на 3 звезды, но... топчик занять не сможем. Поэтому нам придется еще ждать. И либо вечера, да, либо уже в понедельник добивать. И надо опять же позаботиться об откатах. Потому что если откатов не будет, а у меня всего 258 долларов, максимум, что я могу из себя выжать, это 10 откатов всего. Так что вот такие вот, ребят, дела у нас. Не очень хорошие, на самом деле. Ну, пока играется, будем играть. Так, ну, этих... Я даже не смотрю, кто у нас тут противники, на самом деле. Потому что Усаги и Армагон, они валят всех. Им по барабану абсолютно. Конечно, если бы у нас был бы кто-нибудь другой с массовой атакой, с мощной, я бы, наверное, брал бы его. Ну, видишь, у нас там Майки, Донни, у них такие массовые атаки. У Майки вообще ее нету. А у Донателло Сюрики, ну, это никуда не годится. Ну что, мастер 2 звезды, 93-я позиция. Так что двигаемся с тобой дальше. Кристиан. Ну, давай вот так вот сделаем. Леонардо вместе с Армагоном. Все, вперед. Будем бомбить. Так, валунчик сразу же. Это даже не обсуждается. Прекрасно. Ну, Лео, давай, твой выход. Я просто почему, ребята, брал Усаги и вот это вот. Потому что у Леонардо и у Усаги, у Армагона намного быстрее проходит анимация вот его, этого валуна. Поэтому как бы мы с тобой быстро здесь по боевке идем. Но тут, понимаешь, тут уже без подстраховки никак, поэтому приходится их просто брать. Вторые лица. Я возьму, наверное, здесь Армагона, попробую Супер Шреддер еще взять. Ну, Супер Шреддер, конечно, ребята, не должен, в принципе, облажаться.
в отличие от этого Джастина. И не говори мне, что у Супер Шреддера уровень высокий. У него и ульта, извини меня, бомбическая. Смотри. Красавчик, красавчик. Постепенно урон практически на всех повесил. Так что к нему никаких претензий нету, если честно. Претензии есть у меня еще к Бакстеру Стокману и к Железноголовому. Я в плане того, что это претензии к повышенным ребятам-бойцам, которые имеют, извини меня, платиновый ранг, но на которых нельзя положиться. Вот я о чем говорю. То есть, если я возьму его вместе с нашими крохотульками, он же сфейлится, ребята, он же сфейлится, я чувствую. Не могу. Давай сделаем с тобой вот так вот. Супер Шреддера опять возьмем. И вот спрашивается вопрос, как я должен тогда отыгрывать, извини меня, Бакстера, Железную Голову и так далее, а? Каким вот образом? Великолепно. Ну и Армагон, естественно, добивает. Вот что мне нравится, что у Шреддера инициатива офигенная. Он уходит первым, несмотря на то, что он на 6 или сколько там, 7 уровней слабее Армагона, но он бомбит первым. Массовая атака, которая навешивает постепенный урон. Он что-то с чем-то, ребят, похож на Усаги, если честно. Да, Армагоша? Только в отличие от Усаги, Армагон, ой, в отличие от Усаги, Шреддер вешает на себя слепоту. Заведомо дебаф. Я не знаю, с чем это связано, ребят. Почему он так делает? Ну, как бы несправедливо немножко, да? Он делает суперудар и вешает на себя слепоту. Зашибись. Получил бонус. За что ему такое наказание, я не знаю. Ладно, берем Армагона. Возьмем Зека здесь. Возьму... Нет, 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 слишком много. Вот так вот. Просто сейчас посмотрим, что у нас вот из этого получится. Ну, я знаю, что Зек, наверное, сходит первым. Потом Армагон, потом, наверное, Карайка вряд ли сходит, да? Ну вот, Зек ходит первым, это понятное дело. Теперь Армагоша. Ну да, Карайке даже и ходить не пришлось, в принципе. Мы и так справились. Ну что же, идеальная победа, двигаемся с тобой дальше. Хочется залезть на 3 звездочки, ребята. Шансы как бы есть. Если честно, есть большие шансы, что у нас это получится. Давай-ка вот этого возьмем. Армагон. И вот так вот. На этих ребят, кстати, тоже можно доверять, положиться полностью, потому что, ну, Супер Шреддер, я что-то не знаю, ребят, меня еще не подводил вместе с Армагушей. Так, ну-ка. Да. Жарит как бог. Просто своими этими шипами. Я просто хочу прокачать вот этого суперкрэнга нашего. И глянуть, как он будет потом бомбить вот этой своей ракетой, которую он глотает. Да? Которую маленький крэнг ему подает, и он выстреливает. Именно эта массовая атака. Я думаю, будет круто бомбить. Так, ну что у нас здесь? Анджел. Давай, Анджел. Жалко, откатики у нас с тобой заканчиваются, а? Ну правильно, потому что по 2 персонажа мы с тобой постоянно восстанавливаем. Ну, это само собой разумеется, да, что очень большие траты идут. Ну-ка. Муху снесло к ядрине фени там. Ну и Леонардо, естественно, тоже тут добивает. Так, продвигаемся с тобой. На какое-то место мы сейчас приземлимся. 30 какое-то, да? 34-е. Это меня уже радует, вот. Кто там, Аизи? Ну ладно, неважно, кто это, Аизи или Шмизи. Мы берем с тобой. И так. Ну, хотелось бы, конечно, отыграть всех своих слабых персонажей, но я думаю, что откатов не хватит. Уже там осталось, по-моему,
Меньше 20. Ну-ка, давай, Армагон. Вообще, четко бомбит. Вот эти всякие там хиллеры, да? Баферы, дебаферы, они сразу падают. Остаются такие более-менее как танки. Остальных даже вообще не замечаем. Так, давай 24-ю позицию. О, 22-я. Слушай, неплохо. Так, дайте мне, пожалуйста, 24. Вот. Берем. Вильям. Ну, давай еще троих. Всех не получится. Н-н-н. Ребят, как не хотелось бы мне, как не пыхтелось, но троих, точнее всех своих слабых персонажей я отыграть не смогу. Не понял. Этот халабуда успел сходить первым? Серьезно? Причем он сразу же повесил на себя еще и ускорение, прикинь? Это, видимо, на пассивку, ребята, идет у него. У Майки. Других слов у меня нет. Так, давай 12-ю позицию и завтра в школу не пойдем. Все, отлично. Так, ну как минимум два боя, ребята, еще. И мы уже будем с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды. Раз, два, три. А там что? Ну там, может быть, пару боев сделаем, хотя, может, даже и не стоит. Единственное, что я сегодня рассчитывал на топ. Но, видимо, не судьба. Видимо, не судьба. Так, победили. Ну что же, погнали далее. Второе место, да? Первое. Так, продолжаем поединки. Нет, хорош, давайте мне 17-24, вот. Доминик. Раз, два, три. Ну, героев на самом деле еще дофига. Если вот так посмотреть, дофигища, ребят. Может быть, сейчас кое-что попробуем с тобой сыграть немножко по-другому. Чтобы нам не делать с тобой несколько откатов, да, тратить. Например, на того же самого Леонардо. Будем, например, восстанавливать Армагона, а к нему, например, брать, ну, менее сильных наших бойцов. Давай попробуем такую вот тему прокрутить. Так, ну что, Лига Мастеров. Одна звезда, это уже круто. Так, смотри, что я хотел сделать. Возьмем Армагона, предположим, Рафаэля, да? Майки. Ну и вот так. Просто посмотрим, получится ли у меня сыграть партию, катку. Ну, не потеряв, естественно, никого. Так, Майки делает уклонение. Нормуль. Так, теперь валун. И давай вот так попробуем. Ага. Здесь добьем. И Майки уничтожим. Упс. А так? А так получилось. Ну что, друзья мои, вот как-то вот таким вот макаром. Просто хотелось уже по одному откатику тратить, а то слишком большие траты идут. И хочется дойти до 50-го места. Так, давай попробуем еще разок. Берем с тобой Армагошу. Раз, два, три. И четыре. Вот так вот, рискнем сейчас. Хотя, если мы с тобой взяли Рахзара, можно было бы кого-то и поменьше взять, да? Сейчас проверим. Так, Армагон ходит первым. Дальше я делаю ставку на Бакстера, но... Но нет, Рахзар все-таки, да? Все-таки Рахзар. После идет уже Бакстер. Вот такая инициатива, ребят. Все-таки Бакстер ходит после... А, нет, не после Армагона. После Рахзара он идет. Но опять же, Леонардо переплевывает. Он успел захиляться. А если бы он сделал вертушку? М? Так, ну что, у нас здесь... Эпуль.
Ну, предположим, возьмем Apple. Раз, два, три, четыре. Вот такую команду. Ну, Крис Брэдфорд, естественно, либо будет сейчас бафаться, либо ставить защиту. Если, конечно, дойдет до него очередь. Потому что тут Армагон выступает уже. Прекрасно. Так, кто у нас там по инициативе? Ну, давай так сделаем. Угу. Лео, естественно, врубает хил Донни. А Донни ничего не делает, да? Стоит пока. Ну-ка, попробуем. Так, попробуем, наверное, вот так сделать. Так, доп защиту вешает. А мы с тобой вот так вот. Ушатали. А вот так. Ух, вообще ни о чем. Да чтоб тебя, ты посмотри. Вот это жук, вот это крепкий, а. Смотри. Да. Ха. Не все так просто, ребята. В защите он вообще неубиваемый, это Донни. Ты серьезно сейчас, а? Я. Все-таки победили, но ты смотри, сколько мы его там разбирали. Пыхтели, танцевали вокруг него. Так, нужно 50-е место. Почти, ребят, почти взяли. Так, кто у нас там? Хана? Или Ханах? Стоп. Раз, два, три. Вот тут что-то я как-то сомневаюсь. Будем честны. Давай-ка, наверное, с тобой лучше перестрахуемся. Вот так. Потому что там уже, ну, уровень даже противника намного выше, чем моя в помощь. Вспомогаловка, да? Ну, а тут все у нас будет окей. Естественно, Усаги делает, да, свою вертушку. И потом Армагон делает свой валун, и все. Давай. Добивающий. Ну вот, как-то так. И 50-е место будет у нас с тобой взято. Там даже где-то 45-е где-то будет, да? 44-е. Вот. Ну, теперь у нас хватит с тобой, чтобы прокачать уровень Армагону. Ой, Армагону. Супер Шреддл. 96-й уровень. И забрать здесь награды. Так, вроде бы все, да, друзья мои? Аренку мы подтянули. Так, по фарму что у нас там есть? Давай-ка глянем. Что мы тут с тобой можем замутить? Тут. Ну давай. Ать. Да чтоб тебе, какой Кометаллика издевается надо мной, да? Вот, Эйприл Кунэйч, нормуль. Эйприл Кунэйч, это хорошо. Че, за Шинигами пойдем? Ай-яй-яй. Да чтоб тебя. Есть. Так, ну что же. А здесь у нас... А здесь у нас ничего и нету. Можно, конечно, рискнуть. Кружка. Книжка. И все. И сыр кончился, друзья мои. Так, ну что, а теперь, наверное, будем закругляться. Обязательно увидимся уже в следующей серии. Может быть, даже уже в понедельник. Потому что я больше уверен, что я возьму топовое место здесь. Ну, ты пиши, будем ли мы снимать серию, когда я буду идти до топчика или нет. Потому что тут 43-й ранг, но если даже нас скинут, ну, пускай даже до Лиги Мастеров 2 звезды, все равно должны подняться, успеть. В общем, пиши, будем делать серию или нет. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.